Вместе с весной в столицу республики пришел и традиционный 21-й международный балетный фестиваль. Он пройдет с 4 по 9 апреля. Нынешний год для коллектива «Труппы» особенный. Со дня создания национального балета прошло 50 лет. Лучшие солисты из Японии, Казахстана, Большого и Мариинского театров представят зрителям полюбившиеся спектакли «Жизель», «Золушка», «Баядерка» и «Спящая красавица». Фестиваль откроется премьерой балета «Жизель». Он привлекает зрителя совершенством хореографии, трогательным сюжетом о любви, смерти и проникновенной музыкой. Именно с него в 1967 году началась летопись профессионального балетного искусства в Чувашии. Трудностей мы не боимся, и мы уверены, что весь наш коллектив, все наши артисты мобилизуются и максимально постараются исполнить на высоком уровне все эти спектакли, и все эти вечера станут большим праздником для всех, для нас.